щекочет кости, а ты мясо комбинат. И если ты не скинешь вес, то я начну матриархат. Пока я качала пресс, ты дожевывала булку. Поэтому не ты, а я пошла с ним на прогулку. Твой мальчик хочет кости, получается собака. Я вижу зависть твоих глаз и немного страха. Ты херачишь в зале, а он пишет мне в ЛС. Малышка, ну пойми, любят не за вес.